Мы не придавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала. Вот в апреле прошлого года беспрецедентно на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника, был вербовочный подход с предложением сотрудничать другому нашему дипломату, тоже дипломату старшего звена, американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочные предложения, засунули буквально в машину в его отсутствие $10 000, значит, с предложением о сотрудничестве. Деньги были оприходованы, если кто интересуется, в нашей бухгалтерии. Они сейчас работают на благо российского государства.